Всем привет! Сегодня мы приготовим минтай легко и вкусно. Итак, поехали! Нам понадобится непосредственно сам минтай, соль, приправка, один лук и масло сливочное. Начинаем с рыбы. Рыбу почистили, добавляем соль и приправку. И натираем ее. Берем фольгу, думаю, в два слоя. И делаем лодочки. Вот как-то так должно получиться. После чего нарезаем лук кольцами и выкладываем на низ. Затем берем нашу рыбу. Одну, вторую. И сверху пару кусочков масла. После чего берем еще фольгу и накрываем это все дело. И отправляем все это дело на 180 градусов. 20 минут, 25 в духовку. Прошло 30 минут. Надо пробовать. Вначале лимончиком. Сочнейшая получилась рыба, очень вкусная. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!